знаменитому дрессировщику стало плохо на юбилейном концерте в честь 75-летия. Юрия Куклачева экстренно доставили в больницу. Юрий Куклачев отмечал свой день рождения в Вегас-Сити-Холле, где выступал с концертом. Однако еще во время общения с прессой дрессировщику стало плохо. Сообщается, что артист попросил стул, так как из-за слабости не мог стоять на ногах. Очевидцы рассказали, что даже сквозь грим было заметно, как Куклачев побледнел. Медики решили увести артиста, сначала предполагалось, что у него проблемы со спиной. Но позже Эдгар Запашный уточнил диагноз. Сын Куклачева Дмитрий сразу вызвал скорую, когда отец пожаловался на боль в груди. Причину госпитализации наследник объяснил так: травмы не было, просто переусердствовал. Выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо, поэтому в конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице. После госпитализации виновника вечера концерт все же продолжился. Сын дрессировщика рассказал, что за 15 минут до антракта им пришлось полностью переделывать второе отделение. На сцену Вегас-Сити-Холла вышли дети легендарного артиста.